Итак, всем привет, стол. Сегодня мы продолжим проходить Thief, The Thief или Thief, просто Thief. Короче, за вора будем играть. Со слуком будем играть, да, мы будем играть с луком. Будем в тени. Будем. Нам прислали коробок, благодаря которому мы сейчас будем спускаться. Так, вы хотите отправиться в этот район? Конечно. А я могу потом путешествовать по разным районам, кстати, это было бы прикольно, но, наверное, невыгодно, потому что там... Хотя, если собрать все остальное, то можно, в принципе, а если нет, то... Ну нет, значит нет, ладно. Ага, падение с большой высоты может быть смертельным. Ищите безопасные способы спуститься вниз. Кстати, пока я загружался... Ладно. Это простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватит. Кто кашляет? Где кашляет? Не вижу. А как восстанавливают энергию? Нет, часовую башню мне обратно не нужно. Мне просто интересно. Как... Заглянуть за угол, это было хорошо. Как мне восстанавливать энергию? И можно ли это вообще делать? Если можно, то все-таки как? Можно ли крафтить что-нибудь? Потому что без крафта, ну такое. Ой, я могу спуститься сюда и посмотреть, что... Я захожу в дом и подарок мой. Ладно, не пойду туда, не хочу туда. Увидев то, что там кто-то есть, ну такое. А, давай сюда. Здесь намного интереснее. Можешь сюда пропасть? Там все хорошо. Я уже подумал, все, он не может сюда попасть. Все, капец. Ничего не видно. Такие времена. Так, никого. Жутко устал. Так, ну, вроде чисто. Так. Здесь кто-то должен быть, но я его не вижу. Так, давайте-ка на с контролом. Чисто. Окей, читать не хочу. Хотя история немножко раскрывается, когда читаешь, но, ну ладно. О, еще что-то есть. Так, и вот это. И книжечка. Доклад стражи 348. Что? 3348. Оба. Суровый замок, кстати. Давай. Выше, ниже, выше. Представляю, были бы замки, которые сбрасываются. Вот это было бы не кайфово. Выше, ниже, выше. Выше, выше, выше. Вот так. Что же здесь такого интересного, что ж так взламывается сильно? Бюст. Я так и не понял, что мне делать с этими деньгами. То есть, они... Вроде я их собираю, но вроде они так и ни к чему не нужны. Пока что. Новые указания. Кстати, новые указания интересны. А касаемо докладов твоих шарлатанов об эпидемии мрака, передаю свой отчет, руководствуясь следующим соображениями. Ты должен обеспечить стабильное поступление кого? Мрачников? Что? А, мрачников. Все, мастерские на переработку. Доведи цифру хотя бы до сотни в день.
Я так понимаю, что болезнь может развиваться с потрясающей скоростью. Совершенно здоровым вечером мужчина может оказаться на трупной телеге уже утром. Сурово. В этом случае его дом должен быть тщательно вычищен и опечатан. Твое содействие в этом вопросе будет оценено. Ловец воров. Сурово, кстати. Так, все же? Нет, здесь дверка. Не хочет открываться, хорошо. Там светло было, ладно. Так, а я смогу как-нибудь сейчас здесь что-нибудь увидеть, не? Дверь, например, открыта. Окей. Жизнь только на выход. Если здесь больше ничего нет, то хорошо. Проклятый город. Как восстановить энергию-то, я вот не могу понять. Или там в самом начале игры где-то было сказано, я этого опять пропустил, да? Пустись. Я помню, кстати, я нашел, на какую кнопочку можно, кстати. Ну вот, например, он это... Ну вот как в прошлый раз он там застрял на этом. На углу. И не хотел спрыгивать вниз. Но надо просто нажать X. Просто нажать X, и он хромой будет. Нажать X, и он сам по себе спрыгнет. Или пробел. Скорее всего, пробел тоже можно было нажать. Но я его не нажимал, но ничего. Ничего не проверил. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет. Черт. Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака, не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ Шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да. Да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? Но рад был тебя повидать. Mm-hmm.
заказа вы можете брать дополнительный заказ у Баса. То есть, понял. Пополнить запасы? Что? Железный сапог хочет похоронить нас. Норд-Крест призывает потерпеть, но мы и так долго ждали. Город болен. Не стоит подыхать вместе с ним. Встанем, братья! Встанем вместе! Блокада! Мрак повсюду, куда ни глянь. Надеяться можно только на себя. Понял. Моя репутация тут стоит как заболеваю. Я это чувствую. А я могу сейчас? У меня для тебя кое-что. Так, секундочку. Все, я вернулся, и я так и не понял, кому она говорила. Боги на пороге. И здесь два путя у меня открыто. Это, скорее всего, путь, который вернуться меня куда? Да, в город. И другой. Меня никто не предупреждал, а я тебе скажу. Я так устала в последние дни. Кто? Зачем мне к себе подходить? Что я хотел сказать? Напомню. Почему меня любые стражники товары будут для воров по грабительским цен? У меня есть товары для темных дел. Давай. А, вот и куда можно потратить. Хорошо. Нет, водяные стрелы я точно куплю. Так, сейчас на максимум просто... Не надо было на максимум, надо было пятью не сделать, и хватило бы. Канатные стрелы мне... Мне их нету. Штуки 2-3 куплю. Мак. Значение усиливает интуицию, восстанавливает концентрацию. Вот это, кстати, мне нужно. Мне ни одного мака. Я-то думал, как его восстанавливать. Еду я еще найду, а вот мак. Береги себя. Осталось только понять, как его использовать. Это хил. Проклятый город. Чи. Мак. Хорошо. Понял. Все остальные стрелы мне... Да, мне больше они не нужны. Так, еще раз... Ладно. А чем тогда отличается эта дверь от другой двери? Где они разные, но все равно. Ведут-то в одно и то же место. Дым отгоняет мрак. Да? Значит, наши потроха защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. А Тали ее коллекционировал. Не совсем так. Какой-то псих ему платил по 2 пенни для научных исследований. Когда Тали скручивала кашлем, он зарабатывал больше нашего. Сейчас-то он уже сыграл в ящик. Все там будем. Интересная история. Вот маг это, блин, если бы она еще хоть потихонечку устанавливалась, было бы вообще великолепно. А тут... Ты есть что? Устанавливалась она потихонечку, было бы кайфово. Ну хотя бы до половины она восстанавливалась бы, а то она просто тратится и все. Кладбище. Это последний. Завтра будут новые. Везунчики. Некоторые мрачники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. Это вы говорите? Ну. Так, мне дальше. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Да? И где она? Боги, ну. Ладно. Так, там ничего точно не было, ну и ладно. Не особо интересно, конечно. Так, старая часовня. То есть я сейчас буду по катакомбам, что ли, ходить? Нет, я найду нового персонажа. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Гаррет. Немногие бы выбрали твой путь.
Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый, но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя, и мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен, но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Да мы и не такие страшные. Вы получили... Чего? Жмите F1. Улучшение навыков. Навестите королеву попрошайка, пожелайте и пожертвуйте ей золото, взамен вы получите очки концентрации. Что? У меня есть карта. Подожди, я могу на М карту открыть? А, тут есть карта! Зачем только? Она мешает. Она, если бы она была в правом верхнем углу, было бы намного удобнее. Она прям как-то располагается. Если можно настроить, то это хорошо. Если нет, ну такое. Экран, пожалуйста. Двойной буфер. Кстати, вертикальную синхронизацию, да. Я не включал. Полный экранный режим. Инверсия. Настройки клавиатуры. Сейчас я найду. Так, игра, график. Не вижу. Так, яркость. Экран. Частота обновлений, не то. Звук, это вообще другое. Интерфейс, игра. О. Взаимодействие. Значки угроз, уведомления. Шкала концентрации. Нету, ладненько. Хорошо. Потом тогда поищем. Так, где у нас-то? Ты что ли? Ты? Да. Пришел составить компанию старой женщине? Нет, я хочу прокачаться. Так, у вас есть 588. Хотите сделать небольшое пожертвование? Взамен вы получите очковую концентрацию. Осторожно. Так у тебя могут появиться друзья. Да? Давай. Окей. Бой, скорость, эффективность, либо скрытность. О, способность передвигаться тише, используя концентрацию. Нет, уменьшает по производимым звуки, в том числе на шумных поверхностях. Интуиция. Способность на... у меня как-то она прокачалась сама по себе. Ладно, уникальная добыча трофея, появляются отпечатки.
Рог, указывающий путь. Хорошо. Способность быстро украсть несколько предметов у ничего не подозревающей цели. Две руки. Чуть... Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть способ видеть звуки, исходящие от врагов на небольшом расстоянии. Окей, эффективность, стрельба. Увеличивает дальность прицеливания, концентрации на зрении. Так, скрытность. Давайте, ладно, откроем. Так, у меня еще одно есть. Хорошо. Чутье. А, эффективность еще. Вот. Вот это точно мне точно нужно, потому что тратится она нужно. Так себе. Немного снижает. Так, я могу теперь у тебя еще взять очки концентрации где-то? Гаррет, я знала, что ты вернешься. То есть у тебя... А, ну да, 300 голды я тебе просто так не дам. Если тебе понадобится помощь, я здесь. Слишком дорогая помощь. Нужен... Гаечный ключ. У меня будет гаечный ключ? Серьезно? Прикольно, кстати. А откуда он у меня вообще появится? Спойлеры по игре, да? Смешно. Так, это не тот город, который я помню. Происшествие в особняке было не... Это было как вчера. Идет ритуал, и я забираю коготь Эрин. А, понял, умираю. Жалко, что он не читает, как в Вольфенштейне это все. Сэр, мы грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Интересно, он сам толкал эту телегу для того, чтобы так говорить. Так, работает, пока вы можете. Угу. Так, двое, трое, четверо, как минимум. Я уже накатался. Найду другой путь. Это уж точно. Так, а я могу здесь пробежать? Давай, ну. Не хочешь? Ладно. Опасно нынче на улицах. Как-то еще можно... Да, на X так же, как и на лестницах, так же можно быстро спускаться. Я не понимаю. Что я здесь вижу? Здесь вода? Так, на пробел тоже можно. Здесь не мрак. Какой мрак? Ты где видишь мрак-то? Ну, здесь темно, не отрицай. Ну, чё... И это называется работа? Смотри, чтобы псина не брехала и разбуди меня к концу смены. Интересно. Еще и генерал где-то брал зубами скучит. Накрой свои глаза. Интересно, получится, мы. Смотри и учись. А ты? Не свисти. Громко свистишь. Кто-то есть? Жрать хочу. Ну иди пожри. Тут...
тебя здесь могут увидеть. Подожди. Только в другую сторону. Упал прям хорошо, если честно. А, у меня шел. Спорю, что этот пес внимательнее, чем его хозяева. Даже спорить не надо. Этому даже спорить еще поспать. Интересно. Как мне? Больно. Кому? Нет, меня собака спали. Так вот, ладно. Так тоже можно. А тебе, в принципе, беда, без разницы, то, что огня-то нету. Я не против, конечно. Это сейчас будет. Это фиаско сейчас будет. Речную вонь даже тут чую. Пока не фиаско, ладно. Так, собакен тут, а... Сколько тут вообще людей? Один ж... Все, последний слот. И сюда, то хорошо. Так, все, ты вырубил? Так, ну все, значит. Можно спокойно... Так, ты погрейся тут. Отдохни, что ли. Вскрыть замок? Зачем тут вскрывать замок? Так. А, можно даже посматривать на это. Хорошо. Так, какая стрела мне сейчас здесь попадется? Какая? Удушающая? А что она делает? Так, прикольно. Так. А что тут я боялся? Так, F. Так, тут ничего нет, да? Что? Можно было поджечь это все? Сильно, кстати. А ну, погнали дальше. Открывай дверь, что ли? Опять вскрывать замок, а здесь ни у кого нету ключа, а? Чтобы такими делами не заниматься. С бутылкой в руках я иду. Так, стрела обычную я водяную, пожалуй, возьму в руки, чтобы еще никого не... О. Никого не задеть. Блин, 300 монет за одно хоп. Это ж капец какой. Вот это оно дорого. Друзья появятся. А их у него не было, что ли? Ну, ты не можешь забраться, серьезно? Ну ладно. Так, тут никого? Все, никого. Пфф, окей, погнали. Да. Привет. Ты кто? Эрин. Я не заболел? Вроде нет. О. Когда у меня ее бы здесь не было. Ну ничего. Спасибо за предупреждение. Ну, я уже понял, то, что здесь можно лазать по трубам, так что... А, еще от третьего лица это будет выглядеть хорошо. Блин, какой удобный этот все-таки крюк у нее. Эм.
Тупоголовый. Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними уважительно, да? О, да, уважительно. Ставьте телегу внутри и марш по хибарам. Дальше мы сами. Так. Мужик, она... Ой, давайте по вентиляциям пошастаем. Интересненько. Не особо понимаю. Он замерзает, а я не особо понимаю, что от меня сейчас требует. Это я сейчас выйду в то место, откуда я пришел, или нет? Надо бы еще карта. Так, ну если... Вот карта лучше. Я прятал где-то здесь. Дерьмо. В такой темноте я ничего не найду. Миро... Че? Интересно, что они кладут? Так, карту мы... Манекены. Я пришел сюда за телом. Но не за таким же. Так, мне вниз. Стоп, что? Проклятый город. Так. О, что-то интересненькое. А, еда. Не, она, конечно, я думаю, мне пригодится, но не сразу. Это было похоже сейчас на ее, если честно. Так, ну ладно, погнали вниз, как-нибудь спустимся. Не так. Таким образом, пожалуйста, не надо спускаться, если ты, конечно, не используешь стрелу или лебедку. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Ну окей. Как много всего. Ой, еда. Как много всего. Это уже дело? Какой ты тихий. Это так тихо. Это так незаметно. Как его? Что его? Только такой водой тушить? Любопытно. Тихо, 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 спокойно. Тебе конец, выродок! Я знаю, где ты! Ничего ты не знаешь. А знаете, давайте продолжим тогда в следующей серии. Потому что такого я весьма не ожидал. Еще такая музыка началась. Когда, типа, когда меня никто не видит, никто не палит, то музыки нет. Ну ладно. Так, ладненько, давайте на этом закончим. Как прикольненькую мелодию. Ладно. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока.